Навес с угла поля. И опасный момент. Гол! Роскошный удар! Вот вам и бисиклета от Ларика Цана. Пятая минута встречи. Стандартное положение, которое, между прочим, для Лациали заработал один защитник, превращается в гол в исполнении защитника другого, Ларик Цана. Как он подстроился под этот мяч? Мяч, который совершенно неожиданно вылетел из гущи, образовавшейся в штрафной площадке. И вот такой удар. Удар, который, к сожалению, совсем немного зрителей увидело. Рикошет, удар мощный, удар хлесткий. Благо, перед этим полет получился такой у мяча бреющий. Кстати говоря, ошибся в последний момент Гонсало Родригес. Именно он зажег вот такую коротенькую свечу.